В секции тенниса занимаются ребята от 7 до 16 лет. Все они принимают активное участие в жизни центра внешкольной работы, выступают на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Педагоги секции стараются проводить семейные турниры для юных спортсменов и их родителей. В декабре теннисисты традиционно встречаются на новогоднем турнире. Это у нас уже стали традиционные соревнования. Мы их проводим, они уже вторые у нас. Вот, значит, это очень интересно, особенно в преддверии Нового года. Приходил Дедушка Мороз со Снегурочкой, были награждения, чаепития. Вот, и у нас было очень весело и здорово. И действительно ощущение наступающего Нового года. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Всем им предстояло сразиться за первые места. По словам начинающих теннисистов, постоянные тренировки и настрой на победу позволили без труда сразиться со взрослыми спортсменами. Было очень интересно. Родители дали хороший бой. Но там не все умели играть, поэтому, мне кажется, за счет этого мы победили. Сегодня ребята и их родители готовятся к очередному турниру «Семейные пары», которые пройдут уже в феврале. Юным спортсменам и их родителям предстоит побороться за титул лучшей семейной команды. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.